Всем привет! Это то, что я ем за день на похудение. Перед завтраком обязательно выпиваю стакан теплой воды. На завтрак у меня кофе с молоком и стевией. Потом съела бутер с риеттом, бутер с икрой трески и бутер с маслом и обычной икрой. Джинго Беллс наступает. Добавила немного укропчика для настроения и съела шоколадочку горького немножечко. В общем, на обед у меня была такая вот запеканка. Там курица, картошка, сыр и майонезный какой-то салат. Потом выпила чай, пирожное, картошка. И на ужин у меня половинка хачапури творожного сама делала, рецепт есть на канале, кофе с молоком и такое протеиновое брауни, печенька, не знаю как назвать, но очень вкусное. У меня вот это вот именно с фисташкой, КБЖУ среднячок, но вкусно и самое главное без сахара. Потом еще шлифанула такими вот 100% натуральными чипсиками, иногда себе позволяю.